Первая национальная конференция с международным участием, посвященная родоразрешению в 21 веке, совершенствованию хирургических методов и перинатальным исходам, проходила 14 и 15 декабря в Грозном. Конференция была организована Министерством здравоохранения Чечни. Наряду с российскими специалистами в ней приняли участие врачи из Германии, Израиля и Турции. В частности, из Израиля в Чечню приехал автор уникальной методики операции кесарево сечения профессор Майкл Штарк и хирург Авинуам Цабари. Российские и зарубежные ученые обсудили возможности снижения младенческой смертности в Чеченской Республике. Врачи ведущих клиник зарубежья и центральной части России выступили с докладами на базе медицинских учреждений Грозного, а прямо из операционных были проведены мастер-классы в режиме онлайн.